Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма. За документ проголосовали 120 стран. Вполне ожидаемо против выступила Украина, а также США. Кроме того, Генассамблея приняла подготовленную Киевом резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также районов Черного и Азовского морей. За документ, в отличие от первого, проголосовали почти вдвое делегатов меньше. 72 государства решили воздержаться. В проекте выражается озабоченность присутствием российских военных на полуострове, а также осуждается строительство моста через Керченский пролив. Заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в результате подобных решений киевский режим получает новые сигналы о вседозволенности. Дипломат подчеркнул, что такие резолюции не способны ничего изменить ни в Крыму, ни вокруг него. А ключ к решению всех проблем, по мнению Полянского, лежит в самом Киеве, а точнее в Вашингтоне, откуда Киевом управляют.